Недавно у нашего агента был украден чемоданчик с красной кнопкой. Впрочем, в нем также были и зеленые кнопки, и желтые. Это был любимый канцнабор секретарши нашего генерала. По маяку, вмонтированному в чемоданчик, мы обнаружили его месторасположение. Он находится на маленьком островке в Средиземном море, в руках террористов-дизайнеров. На островке находится отлично укрепленная крепость, которая оборудована по последнему писку террористической моды. Во время выполнения миссии тебе придется посетить три объекта. Паучок, скорпиончик и паутинка. Вертолет высадит Евлампия на острове по соседству с объектом скорпиончик. Юльчатай десантируется с парашютом прямо на объект паучок. Объект паучок является центром связи. Объект скорпиончик — радарным центром. Тебе приказано уничтожить всех террористов, находящихся на этих объектах, чтобы не дать им возможности вызвать подкрепление. Объект «Паутинка» является сложным комплексом казарм и подземных туннелей. Именно там находится чемоданчик с кнопками. Тебе необходимо достать этот чемоданчик и выдвинуться с ним на побережье к востоку от объекта «Паутинка» для эвакуации. Никуда не лезьте, пока не приземлимся. Нам нужно уничтожить всех террористов на объектах «Паучок» и «Скорпиончик» и захватить чемоданчик. Отсюда!
говорит прапор. Осторожнее. Моя башка! Живот! 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 Это больно! Объект Паучок зачищен! Понял. Паучок готов.
Объект «Скорпиончик» зачищен. Теперь пора заняться объектом «Паутинка». Ясно! Отлично! На пляже, между прочим, часовые. Присмотрю за ними. Проверить подземный бункер. Моя башка! Больно!
моя башка! Немедленно проверить казармы. Моя башка! Моя башка! Ногу совсем оторвало.
Живот распороли. Моя башка! Не вой и не сокрушайся! Понял. Осторожнее с чемоданчиком.